Всем привет, друзья, с вами Дим OnePoint. И дело в том, что это, скорее всего, последняя часть прохождения Juice 2. Я заметил, что многим из вас она не нравится, из-за этого мало лайков под сериями, а также просмотров. А я напоминаю, что на моем канале определяете именно вы, будут дальше выходить прохождения определенной игры или нет. То есть, если активности под видео набирается мало, значит прохождение заканчивается. Это у нас было с Burnout Paradise, и, к сожалению, теперь это будет Juice 2. Но мне эта игра очень понравилась, поэтому я ее буду дальше проходить, а отчет будет выходить у меня в паблике. Я буду выкладывать скриншоты, какие машины покупаю для новых лиг и так далее. Поэтому, если вам интересно, подписывайтесь на мой паблик, ссылочка, как всегда, в описании. Ну а теперь приятного вам просмотра. Ну что же, друзья, в комментариях была нехилая борьба за то, какую следующую машину мне брать, но все-таки большинство проголосовало за Ford Mustang Fastback. Да, ребята, эта машина светилась в нескольких частях Форсажа, поэтому, наверное, вы и выбрали. Я не знаю, честно говоря, чем вы руководствовались. Мне лично эти машины нравились давно, еще до выхода различных фильмов, где они, в общем, фигурировали как одни из героев, так сказать, кинокартин. Итак, покупаем мы Mustang Fastback, стоит, кстати, всего лишь 20 тысяч, это вообще полные копейки, и давайте посмотрим, какие тюнячки на него возможны. Для этого идем, естественно, в гараж, все машины, вот он наш Mustang, внешний вид, деколи. Давайте сначала прибавим мощности, потому что машина не самая мощная из стоковых в этой лиге, поэтому давайте быстренько немножко протюнячим все это дело, чтобы она пошустрее у нас была, и тогда, может быть, у меня будет уже не призрак возможность выигрывать эти гонки. Хотя, честно говоря, эти гонки выигрываются не так сложно. Все, конечно, зависит от автомобиля. Я об этом уже говорил, но тем не менее. Еще мне будет интересно, как, кстати, этот Mustang Fastback будет дрифтить, потому что прям вот я боюсь то, что дрифтовать он будет, ну, жестко, как Камаро. И тогда мне будет плохо. Так, значит, передний бампер, что здесь можно сделать? Just, это просто у нас крашеный получается, и убрать вообще. Так, получается, тюнинга вообще никакого нет. При новенько, ну ладно, убираем бампер. Так, что с капотом? Вот такое, такое, такое. А с двигателем наружу нет, не будет ничего? Ага, вот, вот такое есть, такое. Так вот, так вот. Блин, ну карбон нам нафиг не нужен. Блин, и такая фигня. Мне вот это вот больше всего понравилось. Крашеный капот, хотя, блин, смотрится, нет, как-то не очень смотрится. Тоже некрасиво. Блин, даже не знаю, что поставить. Наверное, вот такое просто возвышение пускай у нас будет, и все, машина будет более-менее спортивной выглядеть, хорошо. Так, задний бампер. Что можно задним бампером сделать? Тоже просто тупо снять, поэтому это и делаем. Что с багажником у нас? Просто карбон. Не, ну просто в карбон делать это как-то по-тупому выглядит. О, боковой выхлоп, вот это я люблю. Что здесь можно сделать? Такое, такое. Вот так вот. Неплохо уже смотрится. Это как-то... О, это жестко. Так, не, вот это мне все не нравится. Я хочу какой-то более-менее обычный выхлоп поставить. Ну, наверное... Наверное, вот такой вот сойдет, я думаю, нормально. И тонирование стекол. Да, чуть-чуть подтонируем немножечко. Прямо вот так вот хватит, я думаю. Так, теперь настройка клиренса. Занизим наш Mustang. Правда, снижение не такое, чтобы прям вообще суперское, но тем не менее. Так, сиденье, рулевое колесо. Понятно, с крышей. О, забавно. Можно просто всю крышу в карбон обтянуть. Чё-то как-то это странно смотрится. Ну, фиг с вами, короче, не будем мы это делать. Так, ладно, колеса я даже не знаю, какие ставить, потому что у меня есть подозрение, то, что тут для мускл-каров не особо будет что-то интересное. Хотя, вот, по-моему, вот такие колеса были у Форсажа, насколько я помню, ну, в тройном Форсаже. Но мне что-то не хочется их ставить, надоело мне уже тачки из Форсажа делать, честно говоря, ребят. Прям не могу, уже плохо от них. Так, ясно. Вот это что-то там итальянская фирма, поэтому понятно, здесь ничего такого без пики. Dare Drift Wheels, Enki. Ну, тут все в основном под японщину. Так, а это у нас, ну да.
Здесь тоже не совсем это все мустангу подходит, блин. Так, Тензен точно не пойдут. Ну да, да. В общем, можно практически стоково оставлять. Ну ладно, сделаем, короче, небольшой намек на, как вы поняли, мустанг, который был в тройном форсаже. Давайте поставим эти колеса, сделаем их побольше. Вот так вот, наверное, да. Пусть будут вот такие, целые 21 дюйм. Как надо, колесики стоят, катки наши. Так, все, больше, наверное, ничего делать с ней не буду. Берем счет, покупаем все это. Да, приобрести. И давайте поколдуем немножко над цветом. Там был у нас темно-зеленый и полосы. Раз уж, блин, начали делать машину из тройного форсажа, будем делать машину из тройного форсажа, что поделать. Так, и что у нас есть с темно-зеленым? Что под темно-зеленым цветам, ребята, есть? А, ну вот. Вот темно-зеленый. Довольно неплохо выглядит. Мне нравится. А если этот? Этот хоть слишком. Вот, по-моему, ближе к такому там было. Поэтому, опять же, покупаем. Хорошо. И деколи. А вот деколи я не знаю, где тут найти полосы. Но, может быть, найдутся. Так, значит, нам нужен перед. А, нам нужно вот так сначала сделать, добавить деколь. И простейший деколь, аэрография, мультфильмы, различные темы. Так, простейший деколь. Градиент, номера. О, вот, полосы есть. А, вот, кстати, две полосы есть. Ха, прикольно. Давайте сделаем так, одностороннее. Редактирует деколь, прозрачность, цвет. Я, кстати, ни разу деколи еще не клеил здесь, поэтому прям вот, ребята, все при вас. Переместить, так, изменить размер, повернуть. Так, мне нужно повернуть его. Главное, чтобы ровненько он был. Теперь изменить размер. Так. Ну, в общем-то, что, готово, что ли? Получается, все? Ну да, типа все, только немножко криво. А, хотя... Так, надо немножко поправить, просто чуть-чуточку. Как-то странно она двигается, как будто живая. Но как-то вот так пусть будет. Ой, стоп, а почему на багажнике нету? Так, еще больше размер делаем. Оу, не-не-не, так я не хочу. А все не увеличивается, типа. Блин, на багажнике придется отдельно прорисовывать. Это хреново. Это хреново, почему они так криво-то сделали все это? Блин, ну ладно, готово. Хорошо, так, готово. Блин. А, и что теперь? На багажник вообще отдельно все это делать? Блин, она еще как-то криво идет. Ну ладно, пофигу. Так, простейшие деколи, полосы. Че? А, одна сторона. Не понял, почему вся машина белая стала? Эй! О, фига. Я ничего не понял. Так, редактирую деколь. Где, чего? А, вон она где, боже мой, я ее даже не увидел. Офигеть. Ну и запихнули, так, хорошо. Че ты глючишь, блин? Какого фига? Размер. Да, короче, на багажник, походу, мы не сделаем. Потому что что-то какие-то глюки происходят. Да, вот я тут пытаюсь что-то сделать, но как-то все плохо. Так, ровненько стараемся. Блин, короче, здесь ровно, а там на крыше криво. Отлично, я деколь сделал. Так, а по ширине? И главное, на крышу уходит. То есть, на крышу уходит, а на капот, наверное, не придет, я так чувствую. Как ее шире сделать? Почему она уже становится? Как сделать шире? Куда я нажал? Блин, я не понимаю, как с этой хренью управляться. То есть, она становится широкой, но короткой. Блин, а чё, как? А, во. Вот, ну типа немножко криво, но я думаю, пофигу на это. Это, блин, неудобно, как меняется-то здесь всё. Ладно, короче, пускай будет так. Кривовато, но, блин, по-другому тут ничего особо и не сделаешь. Нужно быть супер ровным, чтобы тут это всё подогнать. Но я, к сожалению, не такой. Так, всё, назад. И вот как-то такая у нас теперь машина получилась. Но, в общем, что-то отдаленно похоже. Только не помню, белые там полосы были или черные. Но пускай будет с белыми. Более-менее гармонирует все это зато. Так, все, давайте протестируем наш автомобиль теперь в гоночках.
Быстрее уже нужно покататься. Так, вот она, третья лига. Угу. Смотрите, соревнования, что у нас тут есть выделиться в гонку время. Так, давайте посмотрим лучше так. Для этой гонки понадобится машина этой лиги, оснащенная хотя бы одним прототип-пакетом. Внимание, ваша машина становится прототипом, только если она модифицируется максимальной лиги. Понятно, значит, тут мне нужно будет S2000 или что-то такое. Я видел, там в комментариях писали то, что S2000 подходит. Гонки на выбывание. Вот это вот интересно. Япония. Здесь нужно напугать практически всех и что-то еще много всего там сделать. Вот я не понимаю, что это за оранжевое такое задание. Нужно посмотреть прям. Интересно, что это такое. О, можно машину повыигрывать. Ух ты, тут можно дофига машин повыигрывать. А где оранжевое задание? А вот. Пролететь по воздуху 6 секунд. Ну, я думаю, на нашем мустанге это как раз получится. Поэтому поехали в эту гоночку. Так, вот она, гонки на выбывание. Ну, блин, конечно, на выбывание это стрёмно. Но, тем не менее, погнали. Я думаю, наш мустанг сейчас всех сделает. Так, прямая трансляция. О, кстати, трасса не такая сложная, как я думал. Это хорошо. Это хорошо. То, что все-таки гонки на выбывание, там должно быть сложно все. Но. Так, кстати, кругов будет 5, скорее всего. Поэтому будет довольно долгий у нас заездик. Так, хорошо. О, ты чего пинаешь? Вазген, не надо этого делать. Кент Канака, Тайрон, Тара, Николас. Опа, мой любимый Бобби. Привет, дорогой, давай ставочки с тобой поставим, да. О, 50 тысяч, сейчас соточка будет. Ну ты просто, ну ты красавчик, а. Ну я столько денег на тебе поднимаю. Ну ты просто супер, а, вот прям в щеки тебя готов расцеловать. Шикарно, все, поехали, Бобби. Да-да-да, как всегда. Окей, я понял тебя. Что-то опять лякает. Так, кого нужно напугать? Ничего, не показывают, кого нужно напугать? А, вот, Тайрона вижу, Кристал. Давайте сейчас будем. О, машина-то не такая быстрая, как я думал. Так, тебя напугаем. А может вообще всех попробую попугать? Так, Кен. Сзади кто у нас? Блин, сзади кто? Не запомнил я по машинам, кого нужно напугать. А вот Николаса, по-моему, надо было. А вот Бобби. Так, Николас, ты куда? Подожди, подожди, друг. Николас, не надо было Николаса пугать. Окей, хорошо. Так, Бобби надо напугать, Бобби. О, Бобби как раз поехал пугаться. Супер, красавчик, люблю тебя. Так, давай. Блин, 7 кругов нужно проехать. Бобби, да тебе не поможет нитро на твоем корейском чуде, юде. Блин, какого фига, слышь? Ты что такой медленный? Так, сейчас мы тебя догоним, догоним. Тут мне что-то ворчит мне там микрофон. Да догоню я тебя, засранец. Думаешь, у меня нитро нету, что ли? Так. Есть, испуг, готовенько. Ох ты, блин, вместе с ним приземлился. Тебя тоже напугать? Нет, тебя просто так напугаем для прикола. Отлично. О, это было больно, наверное. Так, хорошо, теперь догоним их. Блин, кого еще напугать там надо? Я не помню. Вот Кристал. Кристал, по-моему, не надо было пугать. Ну давайте просто для прикола, нам типа делать нечего. Да чё вы все едете не туда? Ой, как больно было-то. Кого-то там еще надо было напугать. Вот явно не Бобби, кто-то еще был. Ну блин, я ни хрена не помню кто, поэтому сейчас мы просто сосредоточимся на выполнении задания пролететь 6 секунд. Вот это вот мне интересно тоже. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, блин, слушайте, а мустанг не совсем так... А, вон, Тайрон. Тайрон, иди сюда. Блин, ребята, он на лансере. Вы сейчас обидитесь, то, что я сейчас лансер в стену вкорячу. Тайрон, кс-кс-кс-кс, иди сюда. И Тайрон, Тайрон, я по твою душу. Смотри, как сейчас будет больно тебе, а. Ой, ой, Тайрон, прости, я... Оп. Минус Тайрон на лансере. Ой, чувак, я думал, ты в стену хорошо врежешься, а ты что-то как-то прям тухненько совсем. Так, ну все, надо, короче, гнать. Надо гнать. И вот я нашел локацию, где можно пролететь 6 секунд. Я понял. Вроде всех напугали, кого нужно было. Задание выполнили. Мини-челлендж. Теперь надо уже ехать и обгонять их. А то они что-то себя слишком вольготно, по-моему, чувствуют. Так. Четвертый круг пока идет. Блин, а нам еще долго здесь довольно-таки кататься по этой трассе. Которая, кстати, блин, одна из моих любимых. Она довольно изевая. Люблю изевые трассы. Так. Кто это у нас? А, это у нас поверженные. Кейко, ну блин, ну какого хрена? Нужно, короче, воспользоваться тактикой. А, все!
Я только хотел сказать то, что нужно это задание выполнить, воспользоваться тактикой, типа накопить нитро и потом в этом прыжке, разогнаться с помощью нитро и там подпрыгнуть на 6 секунд. Но все легко выполнилось и так. Ну ладно, хорошо. О, немножко подрифтили. Кстати, неплохо себя пока ведет Мустанг. Я бы не сказал, что прям у него управляемость какая-то крутая, но... Вроде бы хорошо. Вот я боюсь то, что в дрифте он себя будет очень такое себе показывать. Так, а что они там все такие шустрые? Догоняют меня, я смотрю. Так, давайте разгонимся тут. Полет, ох ты. Слушайте, а мы так можем и в стену улететь, если так будем разгоняться на этих прыжках. Так, шестой круг, отлично. Так. Прикольно, Бобби тут поругался, типа, ну черт, что поделаешь. Ну да, чувак, ты как бы на 100 тысяч баксов мне теперь встрял. Это просто офигеть. Так, отлично, оп, сюда. Так, хорошо, повернули. Так, ну что, последний круг у нас остается сейчас, да? Насколько понимаю. А, блин, я думал, это финиш, это ни хрена не финиш был. Ну хорошо. Так, окей. Все, вот теперь последний круг. Блин, да чё игра подтормаживает? Бесит прям. Так, хорошо. Воу. Блин, они такие прикольные фразы выдают, когда просирают. Прям как это, унылое говно какое-то. Блин, разбит немножко Мустанг. Некрасиво все это выглядит. Вот так вот притормозим здесь и нетрушечку включим. Ох, Бобби, опять ты мне встрял на деньги. Что ж ты такой неисправимый, чувак? Так, хорошо. Блин, пипец, я тут словил. Я прям такой еду и что-то тачку не туда направил и понял, то, что сейчас будет больно. Но приехали первые. Все равно на изи все, ребят. Прям что-то как-то опять не напрягался. Вроде бы и машину не самую быструю взяли для этой лиги. И при этом... Хорошо проехали, но хотя это первая гонка. Блин, все такие разбитые. 26 тысяч. И здесь пари 100... Ой, по соточке прям с каждого. 200 тысяч. Охренеть, тут денег просто, я им скоро обмазываться буду. Машины стоят дешево, тюнячки стоят дешево, все стоит дешево. Блин, капец вообще. И столько мы выполнили заданий. Сейчас бы еще одну гоночку так запустить, чтобы тоже дофига заданий выполнить. Было бы, мне кажется, круто. Так, это соревнование закончено. До новых встреч. Гонки на выбывание. В конце каждого круга водителя, когда он последний убивает, побеждает тот, кто... Понятно. Так, все, ясненько, да, мы там денежки получили. Начинаем снова гонку. Опять идем сюда, Лига 3. Что-то Лига 3 какая-то слишком изевая, мне кажется, гонки на выбывание. Чемпионат Король Дуэт понадобится машина этой лиги, оснащена хотя бы одним прототип-пакетом. Блин, ну S2000, короче, нам нужна, походу, для этой гонки. Вам понадобится модифицированная машина этой лиги, оснащенная системой экстремальная нитро. Понятно. Ну, давайте сейчас, наверное, это и сделаем. Кольцевая гонка у нас тут как раз прям. Все закрыто, блин. Суперкар этой лиги нужен. Вот, ребята, покупаешь тачку, а потом в итоге оказывается, что нужна машина, которая будет нормальная для этой лиги. Блин, капец. Ладно, идем в гараж тогда. Ой, так, ладно. Сначала, короче, прокачаем тогда нитрушечку на фарде, чтобы экстремальная нитро на нем стояла. Так, мощность сюда. Что сделать, чтобы здесь было экстремально? Необходимы очки для разблокировки, понятно. Так, ой, не туда. Так, открыть прототипы. Лига 3. Открываем. Так, понял, все, давайте теперь поставим Экстрим Нитро. Так, все, есть, поставили. Нитро-система Веном, прям у нас то же самое, как и Лига это называется. Так, теперь погнали в гаражик обратно. И S2000 прокачать. По-моему, я ее не продал, надо посмотреть. Вот она у меня вроде была, из нее, походу, можно делать прототип. Мне в комментариях написали все машины. BMW, Chevy. Honda не то. Infiniti, Honda. Вот. S2000. Привод задний. Выбираем. Окей. Что можно с ней сделать? Мощность. Модифицировать машину. Да, Лига 3. Вот, ее можно в прототип долбануть. Шикарно. Все. Ставим. Так. Хорошо. Окей. Прокачаем ее, чтобы она у нас была...
Стоп, новая классификация Лига 4, нам Лига 3 нужна. Иу. Что за фигня? Так, а если сюда поставим еще? Что-то я не очень догоняю. Что это мы такое делаем? Так, почему Лига 4-то? Я сейчас в Лигу 3 ее прокачиваю. Уменьшение веса. Слушайте, она у нас будет прям... А, не, в Максе она не будет, потому что мы же ставим... Вот, все, Лига 3, отлично. Так, и теперь делаем из нее прототип. Оп. Все, шикарно. Так, и у нас теперь есть выбор, на чем, куда, как и поехать. Так, давайте посмотрим. Кстати, а что у нас получается теперь по характеристикам у этой машины? Точнее, вообще у моих машин для этой лиги, потому что уже получается две тачки. Так, зайдем в гараж, выбор лиги и Лига 3. Так, тут у меня 57, тут 58,1. Ну, в целом, не сказал бы я, что прям жестко все как-то отличается. Так, а теперь мы посмотрим, что у нас есть из суперкаров. Или как они там называются правильно, кстати... А почему у меня нет значка, что это прототип? Чё за фигня? Ну ладно, пофигу. Так, что-то было у нас у суперкаров, я помню. Что у нас было? Вот. Бэха у нас была суперкаром. Поэтому давайте, наверное... Блин, я не хочу экономить деньги. Давайте я ее нахрен продам вообще. Все, надоела она мне. И пойдемте, ребят, угожу в этой серии сразу всем. И тем, кто просили корвет, и тем, кто мустанг хотели. Пойдем, короче, купим для этой лиги суперкар. Потому что, ну, типа, блин, денег дофига, просто ими обмазываюсь. Поэтому сейчас возьмем корветик. Только, честно говоря, я не понял, какой корвет вам больше всего понравился. Так, Астон есть. Вот такой вот корветик у нас есть. Но он не такой мощный. Так, и вот этот вот корветик. Я, честно говоря, хочу этот, потому что я люблю больше старые корветы. Все, покупаем его. Давайте зайдем еще и прокачаем, чтобы все было топово. Так, гараж. Цвет я даже думаю красный оставлю, не буду вообще менять. Хотя ему и серебристый идет. Так, внешний вид не будем, мощность. Давайте тут что-нибудь подрихтуем. Лига 3. Ставим, прокачиваем. Так, хорошо. Хотя можно было попробовать на стоке поездить, но окей. Так, он у нас уже, этот корвет, получается быстрее, чем фастбэк. Но на фастбэке мы все равно будем кататься там, где не нужен будет суперкар. Так, устанавливаем. Блин, деньги? Вроде бы денег дофига, но как-то каждый раз, когда я вижу суммы, немножко потряхивает в области сердца от того, что такие суммы тратятся. Но, блин... Все равно денег не так много уходит, потому что у меня там в запасе аж 2 миллиона сейчас было, правда, уже чуть-чуть предела это количество. Так, внешний вид. А тут у нас есть супер широкий покет, там и все дела. Нету, да? Ну ладно, значит, смотрим так. Передний бампер. Ой, дитя колхоза, боже мой. Ну, тут это еще более-менее смотрится, только капот нужно будет поменять. Так, вот это хорошо. Вот это не смотрится. Вот. Это то есть, чтобы смотрелось с этим бампером нормальный вот этот капот, нужно поставить вот такое вот чудо. Ну окей. Поставим, фиг с вами, раз уж вы мне предлагаете. Так, что здесь есть? Тут, кстати, неплохая была юбочка. Вот такую, наверное, поставим. Хоть сбоку и не особо смотрится. Что у нас по спойлерам есть? Ай, а что все так плохо-то? Короче, по спойлерам все хреново. Мне какой-то вот один более-менее приглянулся. Вот. Ну, типа, я не знаю, но он хоть норм как-то смотрелся, типа стандарт. Давайте маленький такой спойлерочек поставим. Как-то все равно хреново смотрится. Не, нафиг уберем его. Да, пускай будет без спойлера, жуть какая. Так, задний бампер, вот это интересно уже. Ух ты, меняется аж полностью вот эта часть, жесть, это круто. Так, колхоз, опять колхоз. Ну вот как-то более-менее, тоже колхозненько немножко, но хоть смотрится. Так, багажник трогать мы не будем, тонирование стекла. Да, в этот раз тоже не будем. Давайте занизим немножко, стенсушечку сделаем. Давайте Слушайте, а что вообще практически не занижается? Ой, что по фитухе, как говорится.
Так, а крышу я что, убрать не могу? Я хочу убрать крышу, эй. Блин, ну это хрень, конечно. Крышу убрать не могу, ладно, поставлю такое. Так, колесики теперь поменяем, то, чтобы все было красиво. Аэроспид, ну давайте посмотрим, что здесь. Ну вот эти диски вроде ему подходят, давайте поставим их. Как всегда, здоровый. Сколько тут максимум у нас будет? 21 дюйм? Ну все, 21 дюйм и впихнем. Блин, спереди прикольно смотрится, на NSX даже напоминает немножко. Так, ну что же, счет. Покупаем все это. Так, а с покраской, блин, я даже не знаю. Ну давайте серебристый из него сделаем. Что у нас тут? Перламутр, краска пудры. Давайте краска пудры. Сделаем, что у нас тут есть серого. А, тут и серого. Тут есть тупо реально серый, а серебристый. Так, не туда, значит, зашли. Металлик. Вот. Металлик зайдем. Тут вот точно у нас будет все как нужно. Вот, да. Вот это мне нравится. Вроде и простенько, и со вкусом, и прям вот вообще вот кайф каша мне нравится. Так, все, берем счет. Погнали. Так, выходим отсюда. И что у нас там по гонкам, где больше всяких было интересностей? Так, начинаем гонку. Вином. И смотреть все соревнования. Для этой гонки понадобится машина, оснащена хотя бы одним прототип пакетом. Я не понял, я же прокачал машину для прототипа. Там же S2000, она типа прототип. Чё за фигня? Чё за фигня? Ой, какого хрена? Так, Лига 3, у меня тут уже 3 машины должны находиться. Так, вот она, Хондочка. Чё не нравится-то, блин? Я вот реально не понял, почему она не стала прототипом. Открыть прототипы. Лига 3. Ну и чё? Почему? Так, ну-ка зайдем сюда. Все ж стоит, вон прототип написано. Какого хера? Какого хера, блин? Что за фигня? Необходимы... пакеты прототипа надо поставить. Я забыл. Ох, я забыл, друзья, простите. На количество разблокировок у нас только одно, возможно. Шикарно, блин. Вот шикарно. Ну ладно, пофигу тогда. Сегодня на S2000 точно не покатаемся. Так, ладно. Идем дальше. Соревнования. Это у нас закрыто. Модифицировано ли максимально? Понятно. Кольцевая гонка. Вот. Экстремальная нитро. Ну ладно, фиг с ним. Гонки на выбывание. Суперкар. Вот тут вот. Вот это интересно, а? Давайте. А что у нас тут еще гонка за машину есть на суперкаре? Вот, мне нужно как раз это тюнячки пооткрывать, поэтому погнали сюда. Да пофигу, если я проиграю корвет, мне не страшно. Денег дофига. Так что все круто. Проедем сейчас эту гоночку и наоткрываем много всяких ништяков. Потому что она прям, ну, вообще там много всего, это круто. Прямая трансляция из Англии. Кстати, трасса уже не такая простая, как была в предыдущий раз. В общем, ребята, ставьте лайкусик за то, что в этой лиге у нас аж 3 автомобиля. Третья лига, 3 автомобиля. Все очень как-то прям символично звучит. Так, состязаться с водителем. Не хочу я, не нужна мне машина. Корвет. Блин, и тут корвет. Да зачем вы тут столько корветов накупили? Вот, ну типа я продал М3 GTR, поэтому давайте будем состязаться с водителем. Типа то, что мы ее обратно отобьем, там все дела, ну короче, поняли. Так, ну все, предложим гонку с водителем и погнали. Что-то нужно сделать, никого там напугать не надо. Может, кого-то надо напугать? Нет? А, ну блин, тут же мы только с Бобби будем. Ну хрен с тобой, поехали. Чувак, ты только особо не напрягай меня, ладно? Блин, корвет у нас просто как космолет какой-то выглядит. Очень круто. Блин, мне нравится. Стиль 90-х. Воу-воу-воу-воу-воу. Кто так по внешке старается обгонять? А, хитрый Бобби. Блин, Бобби, ты меня расстраиваешь в таких гонках тем, то, что я не могу с тобой забиться на баблосике. Куда ты там едешь, а? Все пытается меня обогнать. Какой. 3 круга, кстати, нужно с ним проехать. Да! Тормоза придумали трусы. Нормально в стену влетел. Бобби, кстати, тоже в стену вкорячился. Ой! Нетрушечку нашел у себя, а? Наскреб по сусекам нетрушечку. Так, давай мы с тобой побортуемся, а, чувак? Слушай, а напугать тебя можно было? Я что-то забыл про это. О! Слушайте, тормоза у корвета не такие хорошие, как я ожидал. И мне это нифига не нравится. Так.
Блин, ну что-то у него там нитро, вообще нескончаемый запас. Ты там откуда его берешь-то, блин, а? Откуда ты его там шкрябаешь себе? Это просто жесть. Блин, догоняет быстро даже. Ах ты какой. Ну, Бобби, он быстрый чувак и не хочет явно эту М3 проигрывать. Но что поделать, придется ему отдать мою М3. Вот так вот мы тут. Ха! Блин, Бобби, че ты там нитро включаешь? Зачем? Ты же там сзади едешь. Едь сзади и не выпендривайся. Что с тобой не так, чувак? Так, хорошо. Блин, долгие круги здесь довольно-таки. Бобби, ну давай мы тебя развернем, что ли. Можно тебя развернуть? Давай ты обгонишь меня уже по приколу. Че ты меня обогнать не можешь? Едешь сзади и все, блин. Да че за немощь такой? Бобби, какого хрена? Ты же вроде быстрый чувак. Эх, бедный, бедный Бобби. Не везет ему, не везет. То деньги мне просирает, тот сейчас машину просрет. О, давай, давай, обгоняй, обгоняй. Я хочу это, поиздеваться над тобой. Нет, нет, не может все-таки меня обогнать. Бедняга. А пытался, пытался. Аж... Блин, да что такое? Машина скачет как бешеная. Блин, да откуда нитро у Бобби? Ё-моё, вот... Он даже нигде не дрифтует. Какого хрена? Гребаные, гребаные боты, а не NPC. А, вот, все, давайте его попугаем. Оп. Слушайте, какой он шустрый, а? Просто, блин. У меня так М3 не ездило, Бобби! Все, пропустили вперед. Смотрите, потопил как бешеный, а? Ах ты говнюк такой. Слушай, я не буду тогда тебе таких поблажек давать, Бобби. Все, так с тобой плохо потом происходит. Надо, короче, его вкорячить куда-то все-таки, мне кажется. Какой-то он сегодня говнюк прям. Бобби, иди в жопу, пожалуйста, а? Все, давай, до свидания, козел, блин. Обгоняет тут еще меня. Я ему даю шанс повеселиться, побыть на первом месте хотя бы чуть-чуть. А он тут такое мне тут вытворяет, а? Все, Бобби, давай, ты без машины сегодня останешься. Хотя как он без машины останется? Потом мы зайдем в какую-нибудь гонку, и Бобби будет все равно на этой машине. Это косяк, Джуз 2. Да не пропущу я тебя, вот там что-то пытается, тужится. Ох ты ж, ах ты козел, а что у меня там отлетело? Ублюдок, мать твою, говно собачье. Все, иди в жопу. Что ты там пытаешься опять? Опять нитр свой включает. Иди гуляй. Иди ищи масло новое на машину. Так, все. О, вот это предъява. Вот это была предъява. Ну ты говнюк, чувак. Ну ты говнюк. А все, я теперь без заднего бампера остался. Из-за Бобби. Бобби, ты очень плохой человек, я тебе скажу. И ты мне должен задний бампер. Понимаешь, ты мне сейчас отдашь тачку, еще и новый бампер подгонишь для корвета. Потому что это что-то вообще жесть какая-то. Совсем обнаглел. Просто охренеть. А где он? Ой, он что, сам ликвидировался, что ли? Бобби, ты чего? Ты чего, друг? Давай догоняй, а то мне совсем не интересно так ехать будет. Там хоть ты мне это бампер снимаешь задний, а так совсем будет все плохо. Ой-ой-ой-ой, что это мы атакуем, да? Воу! Нифига ты! Воу-воу-воу, развернул меня, говнюк! Эу! Вот это была многоходовочка! Охренеть! Вы видели? Вы видели это? Просто офигеть! На последнем круге! На последнем круге! Но мы его все-таки обогнали. Блин! Бобби мне прям нормальную такую ситуацию создал. Я аж чуть не охренел. Да, жестко было, жестко. Так, гонка за машину, победа. Все, отлично, выиграть свою гонку, выиграть машину. А что нужно было сделать, чтобы... А, это сразу две дается, ни хрена себе. Мне бы еще... А, вот, все, отлично. Далее деталь прототипа поставить. Ну что ж, друзья, в общем, довольно длинная серия получилась. Но на этом, я думаю, стоит закончить. Всем спасибо за просмотр. Всем спасибо, кто писал писали комментарий к предыдущей серии. Вам огромный респект. Правда, получилось то, что машин теперь у нас много для этой лиги, но что поделать. В общем, с вами был Дима OnePoint. Не забывайте подписаться на канал, если еще этого не сделали. Ставить лайкусики и всем пока-пока.